Всем привет! В кадре велосипед. Модель такая складной, колеса 24. Но на таком можно тоже велопрогулочку сделать. Хотя я его использовала для того, чтобы на работе доехать там от автобуса, чтобы пешком не идти. Долго 25 минут, за 10 минут на велосипеде доехать, вещи довести для работы. Ну и покататься. Жаркий день. Для велопрогулки выбираю дорогу. Вот по этой дороге поедем, где почти не бывает машин. Не должно быть никаких машин. То есть воздух более чистый, зато деревьев очень-очень много, дающих нам озон, кислород дышать. Вот. И продолжаю агитировать за то, чтобы у вас был друг велосипед, друг двухколесный, чтобы пора начинать кататься в любом возрасте, особенно в условиях пандемии. Коронавирусная инфекция. Нам рекомендуют соблюдать дистанцию. Так вот, друзья и все, кто смотрит ролик, велосипед очень подходит для того, чтобы от других людей соблюдать дистанцию больше 2 метров. Никто не подойдет к тому, кто едет быстро. Вот. Гораздо быстрее мы перемещаемся в пространстве, и гораздо чаще мы от других людей на большей дистанции. Вот, в этих условиях пандемии велосипед имеет еще большую роль, большее значение. Ну ладно, попробую вместе с камерой проехать, дорогу показать. Если я буду в руках держать, то я должна левой снимать. Потому что на правый тормоз. Зато дорожка.
дыхание прибавилось. Начали организм физически нагружать с одного круга. Такая классная у меня будет место. Птички поют. Надо еще делать для нормальной нагрузки. Круга 3, круга 4. Ну, дальше без камеры. Один раз показал, достаточно. Сейчас не ставлю, но не катался. Специально хорошо выходит.